Дисклеймер. Привет, я третий. Сразу хочу предупредить, что тупая. Это не только твоя одноклассница, но и мелкое такое животное. Или не мелкое. Ну, зависит от того, как ты хочешь, мелкое или нет. Так, в чем тут? На Салли Фейс я остановился, да? Там, где за Ларри надо было играть. Так, ну допустим. Так, войти. Пошли, посмотрим, что тут. Ага. Ну, три двери. Ёпт, да это место просто лабиринт какой-то. Так, ну пошли. Сейчас посмотрим сначала, есть тут что. Так, тут тоже ничего. Тут звук есть какой-то. Пошли этот... Во! Так, давай сразу прослушаем все двери, где есть звук, и тогда в тейпе второй есть. Ну, первые две я там прошел, никаких звуков не было, поэтому... Чё, ну, если никаких звуков не было, а только в одной был, значит, в эту одну нам и надо пройти. Давай теперь пройдемся еще раз. А подожди, тут и влево, и вправо есть. Бля. Давай тогда все пройдем сейчас. Вот, тут есть звук. Тут. Нет. Тут тоже нет, значит, крайне слева. Тут тоже нет, слушай, а тут есть. Во, все. Так. Так. Так, вот тут есть звук. Вот, прошел. Я же сказал, если во всех есть звук, нигде нет звука, а здесь есть, значит, сюда. Так, тут... А мне что-нибудь надо тут? Зажигалка? Нет. Камень. Кто вообще в кармане с собой носит камень? Ладно, так, а что надо задание? Найти Эшел. Эш. Так, дверь. Надо разобраться, как открыть эти дурацкие врата. Ворота. Так. Ну, я нажал эти. А, я понял, это надо вот так ходить. А, ни хрена себе. Это прям... Вот так вот? Надо включать, который... Ни хрена себе, смотри. А, ни хрена. Ну, сейчас надо тогда вот так и походить. А, ни хрена себе. А как мне эти все включать? Так. Это вторая и пятая. Они закрываются, так? Вторая и пятая. Третья, когда закрывается, согревается еще четвертая и пятая. Здесь закрывается, когда вторую жмешь, закрывается. Подожди, когда вторую жмешь, закрывается пятая. Так, это, допустим, давай запишу лучше. Так, давай по порядку. Когда... Но я ж не вижу, под пятая там. Раз, два, три, четыре, пять. Первая, когда жмешь, первую жмешь, закрывается еще третья. Когда вторую жмешь, закрывается только вторая. Третья. Когда третью жмешь, закрывается и третья, и четвертая. Четвертая, когда... Подожди. А четвертая и пятая, они, походу, сами нажимаются, да? Так вот, когда четвертую... Когда четвертая, она нажимается, вторая. Когда четвертая, вторая... А ты куда пошел, слышишь? Куда ты пошел, алё? Четвертая и пятая. Как пятая, я не знаю открывать. Ну, давай попробуем. Так, так. Давай сначала посмотрим, попробуем вот так. Так, дальше, чтобы закрыть эти, мне нужно... Ага. Вот так это открывать. Так, вот, все закрыто. Теперь третья и пятая зак... Нет. Не открылась. Угу. Так, давай сначала. Закрыты эти. Так. Так, давай со второй закрывается только вторая. С третьей закрывается и третья, четвертая. Ну. Закрылась. Все, теперь закрывайте все эти. Да вы что, издеваетесь-то, а? Да. Да закройтесь, а. Ну. Так, как? Вот. О, получилось. Короче, тут наугад тупо можно ходить, оно все равно все закроется. Хрень какая-то, давай дальше. Но это не загадка, это хрень просто. Так, я не... А, теперь Салли. Хорошо, дальше. Слушаем опять. Если одна дверь гудит, значит, нам у нее. Гудит. Не гудит.
гудит. Теперь наоборот, я так понимаю. Теперь из нескольких есть звук, значит, идем туда, где не гудит. Так, тут гудит. Тут не гудит. Короче, засали, понятно. Все наоборот, как с тем. Тут гудит. Тут тоже гудело сейчас. Тоже гудело. Значит, сейчас идем в последнюю. Тут не гудит, значит, сюда. Так, тут гудит. Тут не гудит, значит, сюда, так? Да, угадал. О, книга какая-то. Так, здесь нам пока не надо. Древняя книга с деревянной обложкой. В ней высечен черный круг, сделанный из другого вида дерева. Хрупкие страницы покрыты нарисованными символами. Я не могу их разобрать, но от них становится горько во рту. А зачем он книгу лижет? Фу. А может, это подойдет? Нет, не подойдет. Ну, тогда идем дальше. Так, ну опять эта хрень, ну понятно. Давай так. Короче, тут даже нет смысла в этом всем. Будем просто наугад ходить. Да, вот так. Так, и в чем смысл? Так, когда я нажимаю эту. Так и. А тут еще. Подожди, а что тут две двери с решетками? Так. О, сработало, видишь? Вообще бесполезно, какая-то бестолковая загадка. Просто наугад ходишь и все. Дальше что? Подожди, я вернулся туда же? О, ты вовремя. Думаю, чтобы открыть врата, нам нужно одновременно потянуть эти рычаги. Так я же в прошлом выпуске это говорил. Видимо, мы прошли по большому кругу. Комната, за воротами, самый центр этого места. Это последняя комната. Эш должна быть внутри. Подожди, так это то, с чего мы начинали, нет? А нет, эта штука была правее. А? Что это за... О, вот! А вот теперь я вижу. Вижу, вот. Это вот сюда. В смысле, нет? Да, убери ты, а. Думаю, это странная шестиугольная штуковина из стола миссис Пакертон, некий ключ. Да, я также сказал. О, смотри, как прикольно сделали. Так. Ого. Ну все, походу дальше идем. Что еще? Ого. Понятно, знаешь, уже сожрали. Пресвятые яйки. А вот, кстати, куда кости делись. Помнишь, они говорили, что там только мясо есть, а костей нет. Так, тут кости. Окей. Здесь. Так, смотри, что это. Еще один постамент для книг, на котором ничего не лежит. А у нас есть что-то? Нет, ничего нет. Опять кости, а там уже я понял. Там уже ничего дальше нет. Тогда пошли с левой стороны что-нибудь посмотрим. Ой, эти штыки, мне кажется, тоже три штыка. Уже видишь? И сейчас мы как раз, по идее, я думаю, найдем Эш. Да, вот она. И сейчас все втроем одновременно поднимем это. Эш. Эш, ты в порядке? Эш? Она что? Она все еще дышит. Давай, помоги мне ее поднять. А? Ха! Она очнулась. Отлично. Что происходит? Где мы? Чувиха, ты свалилась в долбанный мусоропровод. Чувиха, я думал, мы тебя навсегда потеряли. Я рад, что мы тебя нашли. Ты в порядке? Кажется, да. Просто в голове туман, и тело болит. Но хоть кости не сломаны, по крайней мере, мои. Шутник, да? Блин, Эш. Не поверишь, через что мы прошли, чтобы тебя найти. И все благодаря Салли. У него случилось очередное видение, а потом мы нашли старую дверь в подвал, а потом спустились по длинной жуткой лестнице, а потом нашли долбанутый культистский храм, или что это вообще было, а потом наткнулись на кучу загадок, ловушек и лабиринтов, а потом тот держит для нас открытыми ворота, главное, чтобы они вернулись. Эх, как сложно все это поверить. Поверить не могу, что нечто подобное находится прямо под апартаментами. Спасибо, что пришли со мной. Не знаю, как бы я без вас сделал. Что-то у меня голос как-то сел. Я не могу что-то нормально ее озвучивать. Так, как мы поступим? Миссис Пакертон убила целую кучу людей. А колбаса? Нельзя же на это просто забить. Определенно нельзя, судя по тому, что вы рассказали мне о внутренних комнатах храма и квартире мисс Пакертон, весьма вероятно, что и она оказалась поглощена оккультизмом. Хоть брат свои распалась много лет, она могла просто наткнуться на эту дверь, когда мы были сами. Чего? Или, возможно, она последний выживший член и теперь пытается самостоятельно завершить их планы, какими бы они ни были. Ты же не думаешь, что она пытается возродить красноглазого демона? Надеюсь, что нет. Но если это будет так, мы будем готовы.
Блин, мы должны ее остановить, желательно до того, как это произойдет. Знаю, что этим место органы не вариант. Возможно, стоит связаться с полицией штата или ФБР. В этот раз наши родители хотя бы не смогут отрицать происходящее. Они помогут нам, когда мы покажем им, что находится под этим зданием и чем занималась Пекертон. Эш права, в этот раз стоит привлечь наших родителей. А может, стоит просто убить ее? Чего? Миссис Пакертон, может, стоит просто убить. Она старая, так что ничего сложного. Мы не можем просто взять и кого-то убить, Ларри. Тогда мы станем ничем не лучше ее. Обычно я бы имел возражение против причинения кому-то вреда, но в данном случае Ларри, возможно, прав. Тот, Ларри, вы... Ребят, вы серьезно? А думайте обо всех странных необъяснимых событиях, которые произошли в апартаментах Эдисона И вообще, в Нокфилле. Чем больше я об этом думаю, тем меньше мне кажется, что миссис Пакертон работает в одиночку. Наверняка ей помогает кто-то со стороны. Это объясняет, почему полиция скрыла подробности убийств Чарли и семейства Холмс. Неясно, как далеко расползлась эта гниль. Проклятие. Это ведь логично. Сал, ты сегодня уже говорил, что о чем-то подобном. Не знаю, возможно, в этот раз нам и правда придется справляться самим. Возможно. Вы серьезно? Вот за что Салли, походу, посадили. Они и грохнули бабку. Знаете, самым серьезным проблемами обычных подростков всякие мелочи вроде популярности и красивой прически. Но у нас все иначе, нам ведь нужно волноваться о спасении мира. Они что, серьезно будут? Самый тупой вариант, какой можно было придумать. Так, что же произошло? Мы решили, что утро вечера мудренее, оно как раз уже почти наступило, и все ужасно вымотались. Учительница, что вы в итоге решили? Пошли в полицию? Нам не пришлось этого делать. Как оказалось, тем самым вечером Пакертон попала в аварию по пути домой, и она, и второй водитель погибли при столкновении. Ого. Ого, как удобно. Если не верите, можете сами поискать информацию. На следующий день первую полосу газеты украшал заголовок всеми любимой учительница Ноквелл Хай убита пьяным водителем. Но, конечно, вы ничего не найдете о трупах ее квартиры или о том, что она кормила учащихся человеческой плотью. Это все скрыли. Понятно. Подожди, а значит, что его тогда посадили? Мне плевать, если вы мне не верите. Это правда, а вы обещали пустить в эфир полную версию. Не переживай, Сала, она выйдет полностью, я всегда держу свое слово. А еще думаю, что зрителям будет очень интересно вас послушать. Сейчас за вами все наблюдают. Вы говорили о своей подруге Эшли с небывалой теплотой. Я так понимаю, вы с ней очень близки, и вы даже стали ее одной из своих лучших друзей, как и Ларри Джонсона Тодда Мордисон, верно? Да. А это вы видели? Чего? Убийца Салли Крамсалли сегодня состоится суд по делу массового убийства, в том числе всей его семьи. Источники сообщают, что обвинитель вызывает Эшли Кэмпбелл для дачи показаний против Салли Крамсалли. Кэмпбелл, древняя подруга Салли Крамсалли, говорят, что они очень близки, когда учились в старших классах. Чего? Да ну. Ирася. А как следующий... Ну, а как дальше нажать-то? Ну? Ну так ты чё, издеваешься? Я это и нажал. Ага, он плачет, я понял. А что с Тоддом? Вы обещали рассказать мне про Тодда. Ох, точно, конечно. Вчера мы снимали сюжет про Моррисона. Он до сих пор в больнице после произошедшего той ночью. Что произошло-то? Он все еще вне себя, не восприимчив, не разговаривает. А так что мы не сумели с ним пообщаться и в основном вели диалог с его доктором. Мне жаль, Сал, но судя по всему, Моррисон не идет на поправку. На самом деле, его состояние становится только хуже. Говорят, что ущерб, который был нанесен ему той ночью, необратим. А, это рыжий этот. Он не отличает выдумку от реальности и только и хочет, что умереть. Тогда ему отказывают в смерти, он начинает вести невероятно агрессивно. Я должен ему помочь. Я должен как-то ему помочь. Даже доктора и квалифицированные специалисты не смогли бы ему помочь Тодду. Как же ты сумеешь это сделать? Я знаю правду. Я знаю, что произошло на самом деле. Я знаю, что не так с Тоддом. Типа красноглазый демон в него вселился.
Да? Да. Я так и думал. Это что-то слишком очевидно. В натуре просто скопировали сверхъестественного. Там был тоже все то же самое, только желтоглазый демон, а не красноглазый. Ой, халтура. Эдисон, апартаменты Эдисон все еще стоят. Это, я так понимаю, уже повзрослевшая их версия, да? Гитара, конечно. Почему вот эти вот мини-скримеры? Они только по ушам бьют. Типа он стоит рядом с вот этой всей фигней с расчлененкой на гитаре играет? Сани. Сани, видел часы? Я встал, уже встал. Выход. Подожди, а что происходит вообще? Здорово, Везельвув. Вельзевул. Вельзевул. Ты кто? Я лорд Вельзевул. Ух ты, правда? Так значит, ты дьявол или типа того? Нет, это прозвище. Меня наделили им сородичи. За семьей порой тяжело. Воистину. Можно я пройду в ту дверь? Скоро вернусь. Ты только что пришел. Нет, тебе нельзя приходить через мою дверь. Сперва ты должен восхититься моими творениями. Твоими творениями? Да. Во тьме их пять. Последнее не должно видеть ты. Среди доступных четырех увидеть должно три. Чего? Возьми их пять. Последнее не должен видеть ты. Среди доступных четырех увидеть должно три. А как закончишь, так ко мне и приходи. Ладно, как скажешь, Эдгар. Визельвул. Визельвул. Лорд Визельвул. Лады, Вельц. Можешь повторить свой стишок? Скоро вернусь. Так, я понял. Во тьме... Так. Один, два, три, четыре, пять. Заперто. Один. Ого! Это прям вот так вот должно что-то быть. Так, давай вот так. Нет? Ну ладно, не очень-то и хотелось. Тогда давай по очереди. Один, два, три будем проходить. Один. Угу. Так, в первой комнате у нас чего? Глаза. Здравствуйте. В дверь постучали, и я вновь прозрел. Я вновь стал собой. Внезапно оно владело мной, и свобода обернулась иллюзией. Я был вынужден наблюдать узник собственного разума. Я делал ужасные вещи, непростительные. Чё? Типа мне дальше нельзя идти? Мне очень жаль. А, типа свет может выключить надо от него. Давай выключим. Чё? А тут выключатель есть? Нет. О, тут есть НП. НП. НП, НП, НП это... Давай запишем. НП. Так, записал. Дальше что у нас есть? Дальше, дальше. Ух ты. Это типа лица пришиты. Что мы сделали, чтобы заслужить эти муки? Они хотели поглотить всех нас. Ничто... Я не успел. Я случайно нажал. Обжигающие огни богов померкли. Их бдительные очи обратились ужасными криками, а потом все исчезло во тьме. Так, я понял. Там я не пройду. Это что-то типа ада, я так понимаю. Так, тут есть что? Так, П в другую сторону, во второй двери. И Фка. Так. Ага. Запомнил. Так, что-то он надо про его стишок тогда вспомнить, да? Вторая, третья дверь. Так, с какой теперь... Да. Янаврозар. Явно за... Пухер. Я была сломлена, пока он не нашел меня. Раздроблена и потеряна. А потом он посмотрел на меня и увидел насквозь. Будучи брошенной всеми остальными, спустя годы вне видимости и слышимости, он видел меня, и мы полюбили друг другу. Все было идеально, пока не разошлись вновь, и теперь осталась лишь боль. Для чего мне вот эта информация? Ой. Так, в третьей двери у нас... молния. И какой-то недоёжик. Давай дальше посмотрим, что. Так, что там, четвертая дверь, да? Заперта. Вот. Ну, допустим, у меня отданы... Ну, давай попробуем вот так.
Энка. Везде по первому символу. Неадекватные, да? Р и молния. Нет? Не сработало? Вчера он заорал. Типа мне нельзя открывать пятую, я понял, а то он орется три как. Вообще страшненько становится, заперто. Очень страшная игра. Давай теперь П. Попробуем. А, тут нету П, смотри. Значит, оно в каком-то порядке надо. Так, а здесь есть F? F-ки. Тут нет F-ки, смотри. А здесь есть? Неадекватный ежик. Нет, ну по факту я сложил уже все, что можно было. Так, подожди, может в другом порядке? Давай тут попробуем. Неадекватная. R. Да я случайно промотал. Неадекватная R. Так, дальше будет... молния. Молния. И здесь N-ка. Так, N. Не сработало. Значит, давай здесь сделаем N. Так, N. Здесь сделаем неадекватную R. И здесь тогда делаем молнию. Подожди, я не понял. А, подожди, я ж тогда до этого не сделал. Тогда N тут, блин, случайно пролистал. N. N. Так, а здесь тогда что после N? Тут молния, я так понимаю, должна быть. Так, да я случайно опять пролистал, а? Молния. И здесь неадекватная R. Я не понял. Что ты делаешь? Ну давай вот так наугад. Нет, ну понятное дело. Заорет. Заперто. А что тогда делать, я не понимаю. Ну тут явно что-то надо было делать. От двери я прошел три, правильно? Правильно. А что тогда в четвертый? Слушай, подскажи мне. Итак. Пронизывающий взгляд, их грехи, я новозавр. Они полны раскаяния и скорби. Их грехи. Они страдают. Я назвал. Они убиты горем. И чё толку это мне должно дать? Когда придешь через эту дверь, пути назад не будет. Спасибо. Пожалуйста. Увидимся, Вельс. А зачем я тогда туда ходил? Чё за прикол был? Дурачки. Непонятно, зачем тогда... Так, это что было? Чё вообще происходит? Давай первую кассету, чё там? Ничего. Вторая кассета. Ничего. Третья кассета. Саня. Тоже ничего. Так, ну давай дальше, следующая кассета. Тоже ничего. Тут тоже ничего. Сейчас скример должен быть, да? Тоже ничего. Тоже ничего. А в чём тогда смысл? И чё за прикол, слышишь? Ты чё, дурак, что? Не понял? А как я сюда... Посмотри на вторую чёрную маску. Слушай, а это он уже за подростка играет. О, дринк. А это, я так понимаю, девочка из этого... Семейка Адамса вроде. SF, я не знаю. Хм, где мой телефон? А я откуда знаю? Давай... О, смотри, тут странный довольно... Ого, тут огромный дом, конечно. Охренеть. Из вещей у меня ничего нет. Ну давай пройдем все, просмотрим. Главный выход. Снаружи так светло. Это то, что ты понял, подойдя к двери? Умничка, молодец. Тут что? Куда ты? Так, давай здесь пройдемся. Здесь что-нибудь есть? Тоже ничего нет. Ну в мусоре по-любому тоже не должно быть ничего, да? Тоже ничего нет. Так, это комната с салом. Мы только что были в комнате с салом. Наша местная загадка. О других новостях. Этим утром горела Нокфельская фабрика. Пожарные прибыли на место происшествия незамедлительно. Однако к этому времени, как им удалось справиться с пламенем, большая часть зданий и материалов были уничтожены. Это предприятие было главным местом работы для жителей нашего города с 1934 года. Это третий случай пожара в здании, однако никогда прежде он не достигал таких масштабов, как сегодня. Власти считают, что пожар был устроен намеренно, однако более
подробную информацию в данный момент предоставить невозможно. Ранее в этом году был юбилей со дня предыдущего пожара, второго по масштабам, в нем погибло 20 человек. К счастью, в этот раз обошлось без смертей, однако трое рабочих в данный момент находятся в больнице с незначительными повреждениями. В настоящее время неясно, могут ли владельцы позволить себе реконструкцию предприятия. В последние десятилетия их прибыль постепенно снижалась, что приводило к финансовым проблемам. Если не удастся восстановить производство, многие семьи потеряют источник дохода. Мы будем держать вас в курсе происходящего по мере поступления новостей. Спасибо. Так, подвал и ванная. Давай в ванну сначала зайдем. Тут что-нибудь есть? Нет, никого нет. За шторкой тоже никто не... Бесполезно вообще. Ванная, так. А, это он идет в подвал, я уже очканул. О, опять насрал кот. Времена идут, а коты все срут. Привет. Че лежишь? Чувак, серьезно, отсюда ты вообще продолжай таскать эти стикеры? Типа, кот таскает стикеры и клеит их? Охереть, тут еще есть... Ни хрена себе тут карта, конечно. Мы только сменили замок, так что я не знаю, какой код установил Тодд. Они типа вместе с Тоддом живут? Ни хрена себе тут, конечно, домишко огроменный. Охренеть. Я тут реально запутаюсь. Так, ну давай, что у нас еще осталось? Это чердак вроде. Или вторая комната, что там? Второй этаж. Вот, это что? Наверх. Просто наверх. О, а ты кто? Здорово, шоколадка. Утреца, Саня. Чё как? Привет, Нил. Сегодня без хвостиков, а? Кажется, я ни разу не видел тебя с распущенными волосами, едва узнал. Хе, ты как, чувак? Славно ты в облаках витаешь. Ага, я в порядке, кошмары не иду спать. Чё, Салли тоже геем оказался? Ага, я в порядке. Ты нормально спишь, я слышал, что ты пару раз вставал прошлой ночью вниз есть кофе. Знаю, что ты его не жалуешь, но тебе стоит выпить кружечку, это поставить тебя на ноги. Я никогда не начинаю день без кофеина. Спасибо, чувствую себя... развито. Без проблем, Салли. Так это че... Ой, твою мать, сколько всякого. Ты не видел мой телефон? Нигде не могу найти. Ах, да, я нашел его прошлой ночью на крыльце, решил, что не стоит оставлять, и захватил с собой, и чуть не забыл о нем. Спасибо, я и не понял, что оставил на улице. Не палься, со всеми бывает. Держи, чувак. Так, отлично, давай остальное. Где тот? У него занятия этим утром. А, ладно. Как продвигается охота на призраков? Тот говорил, что последнее время все держится медленно. Движется медленно. Медленно? Хотела. Ну да, медленно. Еле движется с мертвой точки. Вы ведь опять пытаетесь защитить меня, парни? Это очень мило, но вы ведь знаете, что я способен за себя постоять. К тому же это я старше вас на 2 года. Да нет, просто... Да-да, 5 лет назад 4 друзей заключили соглашение, и я уважаю такую верность. Вообще-то это охренеть как мило. Кстати, о милом. Я слышал, что сегодня приезжает очаровательная Эш, а одинокая волчица 4 всадников возвращается. Волнуешься? Мы должны встретиться днем. Значит, нет? Не могу дождаться нашей встречи. Просто, знаешь, чувствую какую-то усталость. Я, кажется, понял. Эта шоколадка — это тот парень рыжего. Помнишь, там в шкафчике находили их фотографию? Внизу еще остался кофе. Он взывает к тебе. Салли Крамсалли, возьми меня. Слышал эти странные звуки? Придется тебе уточнить, мистер Соня. Прошлой ночью мне показалось, что я слышал какие-то странные сирены. Я ничего такого не слышал. Может, Гизмо опять смотрел телевизор? Нет, это то, как будто... А, неважно. Наверное, просто кошмары. Боже, чувак, ты точно себя хорошо чувствуешь? Да, я в порядке. Ой, нет, все, спасибо. Давай, звонить давай. Этому рыжему аккумулятор сдох, надо бы зарядить. Зашибись. Где у нас тут зарядка была? Вроде возле кухни было, да? Смотри. Вот. Нила его обижает, но я не переношу, так что нет, спасибо. Не, я не за кофе говорю, зарядка. А, это не зарядка? Это просто кофе, я понял. Так, где зарядочка? Зарядка. Сейчас поставим телефон на зарядку, и можно будет завершать. Может, в моей комнате? Вот зарядка, да. Так, все, надо будет проверить через минуту. Отлично, тогда на этом все. Напиши любой комментарий, поставь лайк, подпишись на канал. И